Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дипер Рокеров, и это новая серия о путешествиях по городам России и фури с котком. Перед началом видео нажми кнопочку подписаться, мне будет очень приятно, а мы начинаем. Не буду рассказывать, как и где я жил, чем питался и сколько денег потратил на поездку, но если тебе интересно, можешь зайти по ссылочке в описании в мою группу ВК и почитать это все там. Придя на фурисходку, первого, кого я знал, это был мистер Фокс, о котором я рассказывал в одном из своих видео. О, приветик. Здорово. Как дела? Отлично. Что, все хорошо? Тебе нормально там? Да, все отлично. Вот, смотри-ка, там Рен стоит. Он тебе может все рассказать по поводу вот этой всей ситуации и безопасности. А, давай. Ребята, минуту внимания! Дай этот, держи. Не, ну выглядит прикольно. Да, знаешь, это как бы съемка видео запрещена. Камеру вырубай. Вот камера. Там где-то. Я организатор, мне можно. Он тоже. Или не сработал? Не знаю, он потусив немного на сходке, пообщавшись с некоторыми фурями, мы начали маршрут с организаторами. И сделав фотоостановку, к нам подошли сотрудники полиции, выяснив, кто мы и что мы. Мало ли, мы делаем тут митинги, что-то незаконное. Убери их таркуном! А нет, они увидели, что у меня таркун... Да таркун не актуален. Они увидели, что у меня таркун, обиделись и выбили. Я все-таки понимаю, кто ПЗ будет. Нас забирают. В камерах стоит, не было. И группа будет просто ходить туда-сюда, чтобы на фитере. Но организаторы успешно все объяснили, и мы продолжили маршрут. У нас сопровождение появилось. Не портите газон, ребята. А что, куда идти-то? Идя по маршруту, мы пообщались с организаторами и обсудили, как можно улучшить наши фурисходки в Екатеринбурге. Ну и еще несколько вещей, о которых я вам не расскажу. Посидев некоторое время в торговом центре, мы решили продолжить маршрут и пойти сразу на концерт. И тут начинается самое интересное. Охранник, который стоял на входе, всех хорошо обыскивал. Ну мало ли всяких придурков бывает. Ну, если вы помните, конечно, историю с персоналом Булончиком. Пройдя через строгого охранника, нам попадается контроль билетов, где нам дают браслет с нашим личным номером. После контроля мы попадаем в здание, сдаем одежду и проходим в сьютерную, дабы переодеться. Поднявшись на верхний этаж, то бит третий, пришлось спускаться обратно по полной темноте. Я буду кресло всю дорогу. Потом запалит и спросит. И давай, и да. Ты тоже. С GoPro-шка старый иди. Сделав несколько фотографий, поняв, что очень жарко, а до концерта еще как минимум 40 минут решать, поэтому сняв сьют, я решил побыть оператором на данном мероприятии. И да, не волнуйтесь, видео с концерта полное я выложу чуть-чуть попозже. Шел по девственной траве, курит в маленький.
точно неугомонный котик Гипер. Спасибо тебе за подписку. Всем удачи, всем пока-пока.